Жаль. Так вот, звали ее. Бог весть, отчего так нежданно. Унду? А ты? Стреляйте, господин офицер. Это не страшно. Блеск! Знаешь, все гораздо языками молот. А в итоге мне никогда не нравилась моя прическа. Ну, это все потому, что ты меня раньше не знала. Чаю хочешь? Красивое кольцо. Да? Угу. Это Димин подарок на свадьбу. Мы поженились 2 недели назад. Он приехал из Иркутска. Господи, как он красиво говорил. Я один, один, ничего у меня в жизни нет, кроме тебя. Я ведь не хотела поначалу ехать в провинцию. А теперь мне здесь нравится. Потому что я люблю тебя. Ты слышишь? Делаем. Все и так понятно. Понятно, непонятно, а надо проверить. Паша все-таки мог ошибиться. И что? Ну, ничего. Вообще казалось, что целоваться это очень глупо. Да я вообще думала, что буду любить только Пол Ньюмана. Ну, Ньюман женат. Пол Ньюман умер. Как? Когда? В сентябре 2008. Жаль. Но, с другой стороны, теперь у меня нет конкурентов. Дайте белые ночи. Я хочу видеть точно, что за Финским заливом вы навеки со мной. Красиво.